Вот он на связи, мы открыли ресторан в Гаррис Мастер РП на сервере от UR в Закат Республики. Все ссылки и бонусы, на которые будут в описании, присоединяйтесь. И, конечно, поддержите эту идею своим лайком и комментарием, а канал подпиской. Давайте же начнем. Ну что, C2PI, вот наше с тобой рабочее место. Республика поддерживает начинающих предпринимателей. Пройдем, дроид мой. Значит, смотри, мы делаем с тобой ресторан. Я доверюсь искусственному интеллекту, то бишь тебе, только не обижайся, C2PI. И выберешь название для нашего скромного ресторанчика ты. Дерзай. Я не умею обижаться. Мне единственное, нужно вставить адекватный голосовой модуль, чтобы я мог адекватно разговаривать. А после я смогу придумать название для нашей столовой. C2PI, ну не лукавь, я же ведь тебе их устанавливал. Поищи, перезагрузись. О-о-о. Да, действительно, все нормально. Так, что вы там говорите? Мы остановились над названием нашего ресторана. Что же, так как шеф-повар здесь я, а не вы, следовательно, ресторан UC3PI. Логично. Ты хочешь сказать, что наш ресторан так и будет называться C2PI? Нет, в гостях UC3PI. Ой, C2PI. Но если ты так настаиваешь, пусть будет в гостях UC2PI. Я смотрю, они здесь там уже все обустроили. Правда, какое-то деревенское название столовое. Ну пусть будет так. Я смотрю, они завезли уже продукты. Довольно неплохо. Уж это стрипня, я готовлю вообще-то лучше. Ну, C2PI, проходи. К себе, господа, может быть, чего-то хотите? Вы не стесняйтесь, заказывайте, что хотите. C2PI, расскажи нашим гостям, что ты можешь предложить. Я умею готовить отличные помои. Но я думаю, что вам не очень это интересно, поэтому если вы уж так любите фастфуд, то да будет так. Я приготовлю вам картофель фри. Звучит хотя бы вкусно. Мой намного вкуснее. Кстати, я еще люблю нефть. Будете сок из нефти? Или же нефтевый кафреш? Нет, никак нет. Нам это не надо. Значит, 3 нефтяных фреша и 2 помои. Ну что же, C2PI, давай приступим? Господа, не волнуйтесь, не скучайте, скоро все будет готово. Помои уже готовятся. Кстати, я думаю, что нам пора открывать официально наше заведение, поэтому я сейчас подключусь к общей чистоте Великой Армии Республики и объявлю об этом. А я пока C2PI загружу в базу данных все заказы. Кстати говоря, пока я загружаю данные, хочу сделать вам подарок. Нажимаете кнопку F4, заходите в донат, здесь нажимаете любую вкладку, потом в правом верхнем углу нажимаете ввести промокод и большими английскими буквами, как я сейчас пишете, Отто, а затем активировать. Мы всего лишь хотим уведомить о том, что напротив медицинского блока открывается столовая. Все желающие вкусно покушать просим к нам. Я думаю, что этого будет очень достаточно. Самая шикарная рекламная кампания, которую я когда-либо вел. Подтверждаю, C2PI, рецепты загружены в базу данных и заказы тоже. Можешь приступать. Ой-ой-ой, господа, выстраивайтесь, пожалуйста, в очередь. Сегодня можем предложить нефтяной фреш, помои, выбирайте, что вам хочется. Можете брать подносы, мы были готовы к вашему... Не волнуйтесь, помоев хватит на всех. Кому это деньги? Деньги мне. Слушайте, ну у нас столько голодных ртов, я не думаю, что помои привлекают стольких, значит, голодных. Слушайте, сегодня у нас день открытых дверей, но я не думал, что будет настолько много голодающих. Господа, берите подносы и не толпимся. C2PI, готовь скорее свои помои, у нас видишь, сколько голодных ртов. Здесь даже привязанная веревочка, но вы только на это посмотрите. Да-да-да-да, уже спешим, нефтяной фреш и помой. Несу, господа, несу, подождите. Бедные сутулистые столько паёк сократили, понимаете, что они нефть пьют вместо воды. Так, это ваш нефтяной микс, это ваши помои. Пожалуйста. Да-да? Да-да, господа, секунду, помоев на всех хватит, не волнуемся. Администрация вынуждена удалиться на совещание. C2PI, слушай, столько гостей, фух, сердечко-то как бьется. Это боец 74-го медицинского корпуса, у него из отряда военврачей, у него предложение для нас, как я понимаю. Здравия, у вас какое-то предложение, слушаем, с радостью наша администрация готова рассмотреть. В общем, в целом я хотел бы поговорить с вами в отношении повышения надобности медицинского корпуса. На что вы намекаете? Что наши помои нефтяной микс влияет плохо на желудки ваших бойцов? Это абсурд. Уважаемый, отойдите, пожалуйста. Мне просто вам там кое-что сообщить нужно. Там
Жажда халявы зашли снова 501-х, они у вас там холодильник свинчивают. Что они делают? Подождите, ладно, стоп, совещание временно прерывается. Что они делают? Они обкрадывают наш ресторан. Я так и думал, C2PI, что нам нужна жандармерия здесь. Распоясались. Я буду это еще. Я не думал, что наши помои настолько привлекательны, что ради них готовы идти на ограбление. На выход. Будь жесток с ними, C2PI. Есть. На выход. Больше никаких помоев. Мы взяли всю нормальную еду. Ай! На выход. Так, господа, у нас в меню появился гнилой кусок мяса. Кто хочет, пожалуйста, подходим. Кто хочет клоначатину? Свежее мясо клона. Да, у нас есть вакансии. А, капрал, да, вы знаете, вы могли бы отнимать еду у слишком буйных. На кого она влияет чересчур хорошо, скажем так. Табличку на место поставьте, что вы там делаете? Это моя. Слушайте, они сначала воруют еду, теперь они воруют и табличку. Какой ужас. Поговорить все-таки. C2PI, мы не можем отходить. Тут двое, а, капрал, вы пока можете подготовить, значит, тут помои и гнилой кусок мяса. Мы сейчас подойдем, господа. Капрал вас обслужит. Капрал, приступайте. Да, мы нашли сотрудника, сейчас у нас время на совещание. Короче, чтобы повысить эффективность... 74-го медицинского корпуса, он предлагает нам подсыпать в еду пакетик содержимого, в общем-то, чем-то, видимо, не очень хорошим. C2PI, ну ты же знаешь, что наша еда отличается высоким качеством. Мы не можем пожертвовать репутацией. Мы не можем пожертвовать репутацией. Но кому не все равно, они все равно будут работать с нами, а не с кем-то другим. Что вы можете нам предложить за день за это? Закрыть глаза на нарушение санитарных норм. Подождите, у нас никаких нарушений санитарных норм. Вы, видимо, что-то ошибаетесь. У нас называется ресторан в гостях у C2PI. Наше меню гнилое мясо, нефтяной микс и помои. Тут не может быть никаких нарушений. О чем вы? Мясо клонов. Ну, что нам поставляет, то мы и предоставляем. Ну да, свяжись, наш конек. В общем, нам не интересно ваше предложение. Мы, пожалуй, пойдем доложим об этом верховному командованию, о том, что вы предлагали нам сделать. Да, потому что наше деловое заведение не может терпеть таких выходок. Прощайте, пройдем C2PI. Черт возьми, C2PI, своровали табличку! Да что же воровство здесь процветает? Мы чуть-чуть отвлеклись, они уже таблички своровали! C2PI! Делай что-нибудь! Капрал, почему вы не следили? Капрал меня обслуживал. Он здесь не пьет. Гнилой кусок мяса вы бы и сами могли взять! У нас табличку своровали, вы бы знали, во сколько бы она нам обошлась! Капрал, ну что же вы? У вас заведение, вам точно не нужны наши волонтерские услуги по защите? Да, вы знаете, вы бы могли охранять наши, значит, склады, вот они, собственно. И охранять наши таблички, но их уже нет. Ну ничего, мы сейчас пойдем обидчика. C2PI, ты отбил нашу табличку. К сожалению, она пала в небытие вместе с этими погаными 501-ми. Ну ничего, мы найдем, кто ее своровал, мы вам ее принесем обратно. Спасибо вам большое, спасибо. Господа, за это мы вводим новое блюдо в наше меню. C2PI, предоставь наше фирменное. Да, наше фирменное блюдо — это шеф-повар на гриле. Интересует, а он посолен, надеюсь? Ну, понимаете, специи зависят от вас. C2PI, что это значит? Что это значит? Как ты смеешь? Схватите его! Арестуйте его! Я открою вам секрет! Нефтяной микс — это... это нефть! А помои! Это помои! Он травил вас! Арестуйте его! Капрал Вольт, я должен вам кое-что сказать. Временно ресторан передаю ваши полномочия, теперь он ваш. Мы должны уничтожить дроида, и я вернусь обратно к выполнению своих задач. Да, рецепт нефтяного микса вы знаете. А сейчас я вынужден пройти на уничтожение этого мерзавца. Так, а где этот дроид, который меня хотел зажарить? Основатель ресторана!
Значит так, да, C2 API, значит так, а я от тебя этого не ожидал. Я должен был отомстить за своих предшественников. Ты думаешь, почему я PI? А потому что был PA, PC. Я тебя разоблачил, PI. Все твои рецепты уже выложены в открытый доступ. Позор тебе, позор. Я от тебя такого не ожидал, дружище. Это я от тебя такого не ожидал. Я тебе подарил все. Из-за тебя наш бизнес рухнул. Из-за тебя наш ресторан его нет. Что теперь осталось? Ладно, господа, вернемся в ресторан. Сделаем перестройку и откроем его заново. В казарме 501-го. Что в казарме 501-го? Кафе в разы лучше! Капрал, и вы это допустили? Вы допустили конкурентов прямо перед нашим рестораном? Слушайте, по-моему, с конкуренцией надо бороться соответствующим образом. Либо вы убираете эту табличку, либо... Либо я за себя не ручаюсь. Так, 501, мы у них все стащили, можем уходить. Мы у них Возвращайте обратно! Возвращайте обратно! Я говорю, возвращайте обратно! Верните! Так, да, господа, отходите чуть-чуть назад, а то может вас задеть. Сейчас вы увидите, как надо расправляться с конкуренцией. 3, 2, взрыв! И так будет с каждым. Ладно, хочу сделать небольшое объявление, друзья. Дело в том, что этот ресторан был покрыт дурной славой из-за этого дроида, который вас на самом деле травил. Я уже сделал признание, что нефтяной микс это была нефть, причем не самого лучшего сорта, а помои... Я знаю, кого-то может это шокировать, но помои были... Это были помои! Я намекал, я моргал глазом, наверное, некоторые заметили. Ладно, в общем, теперь этот ресторан принадлежит Капралу. Капрал, поднимитесь сюда, пожалуйста. А, вас тут двое. Значит, этот ресторан принадлежит двум Капралам. Я хочу сказать, что это хорошие ребята с хорошими рецептами. А я пошел, я так больше не могу жить. Меня предали, друзья. Капралы, не посрамите ресторан. Я не могу, удачи вам. Я не могу больше на это смотреть. Слезы так и льют. Вот примерно так наш ресторан работал в Гаррис Мастер Устерпе на сервере от Юэра в Закат Республики. И я повторю, все ссылки и бонусы ждут вас в описании. Присоединяйтесь к нам. Ну а это конец видео. Обязательно подпишись и поставь лайк. С тобой был Ото. Еще увидимся. Since I was child, when I